Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы будем изучать очень интересные инструменты Power Windows, то есть маски и трекер. Для того, чтобы зайти в Power Windows, вот нажимаем на эту кнопку, и вот у нас здесь появляется 5 штук вот таких разных шейпов. Циркулярных, линейный, квадратный такой, вот это индивидуальный, то есть сам создаешь, и вот такой. Ну, давайте все сперва будем изучать вообще это, что такое маски. Давайте начнем с первого этажа, например. Вот это у нас квадратная маска. Нажимаем на он, горит такая желтая кнопка, и вот у нас появляется вот такой такого плана маска. И эту маску можно регулировать, сейчас я вам покажу. Например, вот здесь. Вот видите, вот это многие уже показывает маску. Что вы видите в таком плане, нажимаете Shift H. Вот маска показывает именно вот ту часть, где он, то есть, выделяет. Можно еще другой вариант, Shift Alt H нажимать. Тогда маска показывает черно-белый вариант. То есть прозрачность и непрозрачность. Опять нажимаем Shift Alt H. Вернемся в первоначальный вариант и посмотрим. Давайте я сделаю Shift H, чтобы вам было понятно. Вот когда вот эти точки раздвигаем, вот он здесь получается немножечко фейзер, то есть полупрозрачные вот сектора, регионы. Эти вещи мы отсюда вот можем вот так регулировать, в принципе. То же самое можно вот отсюда делать, вот в этом секторе, отсюда. Любой угол, верхний, нижний. Размер маски можно регулировать отсюда. Вот, нажимая вот на эти кнопки. Или же вот Size. Панорамирование тоже, естественно, отсюда. Или же можно, вот просто нажимаем на мышку левую. И вот можно туда-сюда вертеть. Tilt, вверх-вниз и Rotate. То есть крутить. Ну, Rotate отсюда тоже можно вот по этой слайдеру, по этому слайдеру, да. И можно вот вверх, вниз, куда хотите поставить. Инвертирование маски, вот нажимаете на эту кнопку, вот он инвертирует маски. То есть эту часть наоборот делает невидимым, а эту часть видимым делает. Переходим на вторую маску, это удаляем вот отсюда. Reset Selected Window, то есть его reset делаем, и то есть нажимая на эту кнопку желтую, можно удалить. Вторая, то же самое, циркулярная маска Shape, те же самые функции. Обычно, когда на лицо человека я этим маском использую, вот такого плана, можно вот так прозрачность сделать, фейзер, можно большой, маленький, то есть те же самые функции, которые мы делали для квадратной маски. Вот размер, панорама, rotate. Те же самые функции здесь работают. Ну, с одним разницей, что у нас softness здесь только одна кнопка. Отключаем его. Это линейная маска. Можно вот самому вот такие графические вещи нарисовать, например. Нажимаем Shift H, то есть эти вещи вот можете вот отсюда тоже делать. Alt Shift только маску показывает в таком плане. Еще раз нажимаем Shift H, чтобы видно было маски. Ну, те же самые функции: Size, Panorama, Rotate, Tilt, вверх-вниз, Inside и Outside. Но они в данный момент у нас здесь не работают. Включаем его тоже. И у нас произвольная маска. Это что означает? Вот при помощи ручки, пера, можно нарисовать вот, например, такую маску. И уже самому регулировать. Это же произвольная маска. Вот можно самому
Phaser. Давай Shift H нажмем. Вот увидите. Внешняя часть маски. Вот по этим точкам можно регулировать, конечно, живот. Область маски. Внутренняя маска, где можно еще раз, я говорю, вот inside, вот внутрь идет. Вот и outside. То есть вот так. А surface вот регулируется вот отсюда. Можно вот по точкам так управлять. Создать новые точки, нажимая на линейки. Здесь тоже. Вот. И вот по этим слайдерам можно крутить. Вот такого плана получить разные конфигурацию маски. Убираем. И есть еще вот такая маска. Интересная очень маска. Вот. Он автоматом уделяет. Давайте Alt-Shift-H. Shift-H. Вот. Такого плана маска. Можно его крутить. Shift-H нажимаю. Сейчас еще раз сделаю. Shift-H. Вот верхнюю часть. Например, можно убрать с маской. Вот делаю вниз. Например. Его вот так. Если хотите голову девушки вытянуть оттуда, еще создаете одну маску, налаживаете туда и реглевку делаете, или же самому рисуете сами. И отсюда вот можно регулировать inside, так и outside. Вот приблизительно вот такого плана. Если хотите, чтобы маска не была видна в вьювере, нажимаете вот на эту кнопку, убираете no. Вот сейчас в данный момент не видно. Или же другой вариант. Идете вот во Viewer. Здесь. View, то есть. Window Outline. Убираете эту галочку off. И несмотря на то, что эта кнопка включена, все равно он маску не показывает. Опять вернемся. Делаем здесь Window Outline On. И у нас появляется маска. Плюс. Дополнительно к этим маскам можно бесконечные маски добавлять. Еще вот нажимая на это плюсики, какого плана вы хотите маску, и он добавляет. Например, вот еще одна маска здесь. Например, сделаем маленькую. Можем еще одну вот квадратную вот добавить. Сделаем его маленьким. То есть уйма вариантов, очень много масок одновременно можно использовать на одной на одном футаже. Это дает очень большие возможности детальной обработки каждого объекта маски. Так, убираем все. Reset Selected Window. То есть сейчас он сделает reset вот выбранных масок. Или же можно делать reset all windows. То есть все маски. Reset. Вот, сейчас сделал reset. Здесь еще можно при помощи этой кнопки Delete Selected Window. Он убирает те маски, удаляет, которые вы выбрали. Я выбрал вот два этих. Сейчас я их удалю. Delete Selected Window. Вот он удаляет. Давайте еще этот тоже удалим. Delete. Ну, копию Window, то есть копировка. Ну, здесь можно вот еще копировать. И копировать маски можно, конечно же, вот отсюда. Например, copy Windows и поставить его на другие футажи. Ну, сейчас этому не будем делать. Так, для чего же вообще маски? Давайте вот сперва посмотрим, некоторые трюки сделаем с масками. Вот уберем эту маску. Delete, Reset, Select Window. Вот я вот возьму эту маску. Shift-H нажму, чтобы вот видеть. Вот выберу, вот, например, эту девушку, певицу нашу, Джейла, ее зовут. И вот, например, берем с маской, сделаем трекинг, да, например. Вот нажмем сюда. Вот и сделаем трекер. И как видно из футажа, сейчас он делает трекер. Трекинг. И давайте его play сделаем и посмотрим. Вот маски мы будем использовать на будущее на Color Grade для того, чтобы выделить какие-то объекты и при помощи масок там делать некоторые вот
коррекцию. Вот смотрите, вот именно внутри маски вот происходит у нас коррекция. Давай saturation вот изменяем, вот, например. А когда делаем инверт, наоборот происходит, то есть не внутри маски, а за его границами. Вот вернем маску. Вот сейчас можно 3-4 таких масок создавать, например, для моста, для вот воды, для неба, и работать в таком плане. Вот, например, давайте вот здесь я создал маску вот такую квадратную. Shift-H. Посмотрим, немножко уберем его. Вот так Shift-H нажмем. Еще раз, вот. Если хотите, давайте мы его тоже трекинг сделаем, например. Вот войдем, вот. Я уже, наверное, его сделал трекинг. Сейчас посмотрим. Нет. Вот он делает трекинг, вот. Вот там он стоит на одном месте. Так, при помощи масок, конечно, вот можно вот. Давай сейчас его сделаем большим. И можем, например, здесь контрастность добавить, чтобы он стал вот именно вот таким контрастным, интересным. Вот. Если немножко еще фейзера добавить, вообще шикарно получится. Более реальным получится. Вот. И вот получается вот такого типа. Давайте маску уберем. Вот, ну. И вот. Видите, он именно эта часть маски, но иногда вот здесь выходит за рамки, там можно исправлять. Вот. Сделаем вот эту часть немножко маленькой, да. Вот. В принципе, да. Получается. Вот. Но. То есть можно еще дополнительно еще одну маску создавать здесь на девушку, лицо выделить именно вот ее майку, именно красный цвет, находящийся в маске. Давайте еще поговорим о трекинге. То есть они взаимосвязаны между собой, маски и трекинг. То есть если мы создадим маску какую-нибудь вот такую, давайте вот так на первом вот кадре здесь ставим, переходим на секцию трекинг вот здесь, и происходит весь трекинг. Выбранные части маски и внутри маски создаются точки трекинга автоматом, и они анализируются сперва, потом создается трекинг маски. Ну, это здесь анализ, вот эти галочки: панорама камеры, вверх-вниз, тильт камеры, rotation, то есть вращение камеры, и зум, приближение камеры. Ну, все, у нас приближения просто нету, можем зум убрать, а другие функции оставить. Сейчас нажимаем на этот play. Сейчас он анализирует. И находит точки трекинга вот внутри этой маски, их можно увидеть вот такого плана. Нажимаем Interactive Mode, галочку ставим, и он показывает все точки, находящиеся внутри этой маски. Вернемся назад и сделаем play, уберем ее галочку, просто посмотрим. Вот видите, маска прикреплена к лицу, то есть к объекту DaVinci. Некоторые ключевые кадры можно убрать, если вот при помощи этой кнопки вот выделяем их и нажимаем на кнопку Delete. Сейчас посмотрим. Он просто иногда убирает эти. Давайте еще вот эти точки удалим. Потом здесь потом есть очень интересная функция, где можно создать две разные маски, например. Вот давайте вот еще немножко вот, давайте его маленьким сделаем, эту маску передвинем вниз и создадим еще вот другую маску маленькую. Вот так, например. И
Я буду копировать траекторию этой маски на траекторию этой маски. Это очень интересная фишка появилась здесь. Ну, название я не буду писать. Ну, например, циркус пусть будет. Чтобы не ошибиться, маски на будущее знать, что для чего. Или же лицо. Здесь можно писать голова для маски. Вот так. Сейчас я вот выбрал этот маску и вот перехожу на трекер-секцию, и здесь copy track data. Это означает, что я копирую вот эту траекторию, потом перехожу на другой shape, то есть на квадратную маску, опять перехожу сюда, то есть на трекер-часть. Этот трекер относится вот именно к этой маске. И вставляю туда Pass Track Data. И автоматом вся трек дата, которая была вот у этой маски, круглый, применяется к этой. Давайте посмотрим. Вот видите, они ровно параллельно двигаются. Это дает очень большие вот возможности, то есть при тречере одну маску, например, эту, не надо каждый раз другие маски тречить. Если даже хотите притречить, это тоже не проблема. Давайте создадим вот какую-нибудь маску вот здесь. Давайте вот так. И, если хотите, вернемся назад. Давайте немножко его правильно поставим. И тоже не проблема, может его... Сейчас. Вот давайте так. И немножко ее правильно поставлю сюда. Можем притречить. Что-то он неправильно делает. Сейчас, подождите. Еще раз. Вот. Вот здесь он ищет точки и притречился. То есть, так тоже можно делать. Это тоже не проблема. Вот. То есть, трек даты они одинаковые, а это трек дата у нас, то есть трекер совсем разный, новый. В принципе. Ну, стрелять трек дату, конечно, вот отсюда можно. Clear track data, он стирает. Clear selected keyframes, когда есть keyframes, он убирает. Clear all tracking points. То есть он удаляет все трек поинты. Вот. Вот так делаете. И вот видно, как он удаляет эти точки поинта. Чтобы удалять весь трек дату, то есть траекторию камеры, удаляем clear track data. И все, он спрашивает from the following windows. Да, нажимается clear. И все, трекинг у вас удален. Видите, он сейчас не притреченный. Вот, все, удален все. Мы удалили все трекеры. Вот. В принципе, все. Сейчас еще давайте немножко поговорим. Давайте это уберем все, эти маски. Еще немножко поговорим об стабилизации. Очень удобная стабилизация. Здесь есть. Вот выбираем отсюда стабилизер. И опять ставим на начало этого футажа. И нажимаем анализ. Сейчас он анализирует весь материал футажа. Так. И когда он все закончил, мы нажимаем на кнопку Stabilize. Сейчас. Ведь, как видно, он начинает стабилизировать. Ну, вот появляются, вот видите, эти черные полоски. Для того, чтобы не так резкие были кадры, будем сейчас тестировать, то есть эксперименты делать. Вот, добавляя этот Smooth, мы опять нажимаем на Stabilize, и он начинает вот немножко исправлять. Чтобы этих черных полос вверху, внизу и лево-право частях не появилось, мы нажимаем, вот ставим галочку сюда. Останавливаем, еще раз нажимаем на Stabilize. И вот он автоматом, сама камера делает scaling, делает зум футажа, приближает, и вот
кадры уже немножко стабилизированы. Ну, это зависит от того, если вам не нравится конечный результат, можно вот здесь немножко вот экспериментировать, каждый раз нажимать Stabilize и посмотреть. Вот более удобный вариант, когда вам понравится, и это оставляем. Давайте сейчас немножко интересные вещи покажу вам. При помощи маски и квалифира мы будем выделять, например, красный цвет. Давайте попробуем. Вот здесь. Если мы во втором ноде вот, нажмем на этот красный цвет, автоматом у нас Shift-H. Давайте немножко интересный кадр найдем. Чтобы у нас, да. Пусть, да. Вот возьмем этот кадр плюс. А, из-за того, что у нас первичный материал, мы не сделали коррекцию, из-за этого он не очень корректно работает. Давайте сперва исправим. Посмотрим Show Scope. Немножко добавим контраста. И средние тона. И немножко исправляем тональный баланс и убираем. Так, еще вернемся в второй канал. Вот видите, автоматом он сейчас очень хорошо выделяет цвет. Проблема в том, что когда мы выбираем этот цвет, квалифир при помощи, у нас похоже на этот цвет попадает вот этот регион. Это и это. Можно же, конечно, их удалять вот при помощи этих настроек. Я об этом уже рассказывал. Но на этот раз я постараюсь сделать это по-другому. То есть я выделю просто вот эту часть маской. Давайте так. Вот начальный этап. И вот здесь эту часть. Давайте выделим маску какую-нибудь. И я поставлю вот сюда. И сделаю трекинг маски. Давайте нажмем Shift-H, чтобы увидеть. Вот, и нажму, возьми Windows отсюда и нажму на анализ. Сейчас вот конкретно маска действует именно внутри этого футажа. Немножко еще добавлю, чтобы побольше был. И когда я, давайте еще Shift-H нажмем. Вот видите, сейчас другие регионы, которые смешивались с этим цветом, мы убрали. То есть это уже нам дает большие возможности выделить конкретный регион и там регулировать именно цвет там. Или же давайте возьмем другой вариант. Вот, например, давайте здесь Clear Data все стерем. Стабилизатор тоже Clear Data сделаем. Так. И здесь тоже, конечно, можно же выделить, например, вот этот цвет для того, чтобы выбить. Можно создать вот обычный такой. Ну, давайте вот создадим маску какую-нибудь. Я хочу выделить вот именно. Сейчас это надо удалить. Сейчас и нарисуем вот такую вот маску, например. Ну, пусть будет вот такая маска. Вот мы выбрали верхнюю часть и опять сделаем трекинг. Вот, маска сделали трекинг. Так, ну здесь, конечно же, во время трекинга у нас голова попадает в эту зону, но это не проблема. Я просто показываю общий смысл работы. Здесь сделаем outside. И вот в этой маске. Давайте добавим туда softness немножечко и inside вот так и outside вот так. И вот внутри этой маски давайте изменим цвет. И вот у нас получается вот такой. Вот такой вот, видите, мы именно этот регион сделали вот
синим, то есть при помощи маски. Вот прикреплен. Но здесь, конечно, есть некоторые дефекты, но это можно еще анимировать, дополнительно создать для девушки лица маску, это не проблема. То есть принцип работы, я объясняю, что вот при помощи трекинга и маски можно разные объекты выделить и их обработать, делать цветокоррекцию. Я думаю, что на этом объяснение трекеров и масок урок заканчивается. Опять советую, тестируйте, делайте разные эксперименты. Вы, наверное, найдете для себя очень хорошие фишки в этих инструментах.